На борту БТР-70 номер 781, случайно или нет, но для Роберта Лаврова, ветерана 781-го отдельного разведывательного батальона, это стало приятным сюрпризом. Отношение к самой машине самые теплые. На такой же 14 февраля 1985 года его в буквальном смысле вытащили с поля боя. Прикрывая огнем, ворвалась на главную площадь буквально. Через такой вот люк по левому борту меня втащили и доставили в госпиталь. Бронетранспортер – один из первых экспонатов парка военной техники, который открыли на Симферопольском шоссе по инициативе главы курорта Юрия Полякова. Ранее на этой технике наши граждане, граждане России, несли свою службу. Сегодня эта техника будет нести дежурство в Анапе. Для того, чтобы мы могли воспитывать дух патриотизма у нашей молодежи. Это действительно гордость. Гордость Анапы, гордость анапчан, военная техника, русское оружие, слава русскому оружию сегодня здесь будет воспеваться. И это действительно большое событие. К сегодняшнему дню здесь установили специальный щит, привели в порядок газоны, покрасили бордюры. Это самый первый экспонат в коллекции – самолет Су-27. Машина прибыла в Краснодарский край в конце 80-х годов уже минувшего века и принимала участие во всех локальных конфликтах того времени. У каждого самолета и вертолета, как можно выразиться, есть своя душа. Сергей Ситало почти три десятка лет был пилотом вертолета Ми-8. В его послужном списке как боевые, так и гуманитарные, а также миротворческие миссии. Конечно, очень приятно, что появилась крылатая машина в музее боевой техники города воинской славы Анапа. Хотелось бы, чтобы в Анапе было побольше военной техники. Это было направлено на военно-патриотическое воспитание молодежи. Помимо патриотического воспитания, одна из задач – создать еще одну достопримечательность для туристов. Рядом с артиллерийским орудием фотографируется Руслан Давлетшин. Он приехал из Уфы. Отличный город, очень понравилось. Гостеприимный народ. Вообще все классно, все супер. На одном из пока пустующих мест – экспозиция частного музея «Стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны». Есть как габаритные макеты, так и настоящие экземпляры, приведенные, как говорят специалисты, к музейному состоянию. А эта корабельная зенитная установка появилась за считанные дни до открытия. Коллекция будет пополняться и дальше. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.